Вино, чача, пиво и все это без опознавательных знаков и, конечно, в нарушении закона. В нестационарных объектах торговать спиртным нельзя, тем более суррогатом. Сегодня в данных торговых объектах установлен факт нарушения, то есть реализация алкоголя без лицензии. Соответственно, сотрудниками полиции продукция будет изъята и составлены протоколы по статьям КОАП. Сотрудники полиции актируют все происходящее. Сегодня из этих торговых точек вывезли 357 литров левого алкоголя. Более того, после выезда рейдовой группы приставы опечатали конструкции. Работать в наступившем сезоне они не должны.